Василий, учитель зовет. Дяденька, вот этого не делай. Вместе с мотоциклом. До кубиков, отличный был ученик. Сейчас. Он поехал. Я отвернулся с девчонкой, занимаюсь, он едет обратно. Нет, едет обратно, орет. Илья Витальевич, неудобно. Я обернулся, я чуть не офигел. Во-первых, так очень неудобно ехать. Я говорю, ты что делаешь? Он говорит, ну вы же показали. Я говорю, я же тебе вот так не буду показывать. Жаль, нет нашего Анатолия Корнеевича дорогого. Анатолий Корнеевич, это классно. Надо поправлять.